возрождают интерес к фильмам по всей стране. Иркутск не стал исключением. Горожан приглашают на Всемирный фестиваль уличного кино. Под открытым небом 11 августа зрителям представят короткометражки. Экран установят на площади возле памятника Александру Третьему. В сотнях городов России показы уже прошли. Накануне эстафетную палочку Белгородская область передала другим регионам. Юбилейный пятый тур охватит свыше 1 000 000 зрителей и станет самым массовым за всю историю существования фестиваля. В этом году молодые авторы представляют 18 картин об удивительных людях, которые изменили свою и жизнь окружающих к лучшему. Через ленты можно познакомиться с яркой вереницей городов и открыть их по-новому для себя. После кинопоказов зрители проголосуют за понравившиеся короткометражки. Для этого им понадобится фонарики на сотовых телефонах. Уровень света замерят и определят победителей. Помимо фильмов, гостей фестиваля ждут интерактивные площадки и концерты. Фестиваль в стране закончится в середине сентября.